Всем привет! Завтра я въезжаю на аниме-фестиваль Unicorn в Риге. И это будет мой первый европейский фестиваль, поэтому появилась идея заснять вообще различия русских аниме-фестивалей и европейских. Я очень жду этой поездки, очень жду того, чтобы увидеть, как все это будет происходить. Сначала записать то, чего я жду от этого фестиваля, чтобы можно было затем сравнить то, как это будет в реальности, что мне понравится из того, что я ожидаю, что мне не понравится, может быть, будет то, чего я совсем не ожидала. Ну так вот, я еду туда как участник, я буду выступать в дефиле и в фотокосплее. Билет для участника тоже платный и стоит он 10 евро. Купить его там можно на входе. Фотокосплей обязательно нужно приносить только лично. Невозможно просто сказать, я хочу поучаствовать удаленно, вот вам мои файлы, распечатайте их, я не приеду. Нет, нужно обязательно принести их там до завтра, до часу координаторам. Вот, они мои работки со мной. Вот. Чего я жду? Там заявлены презентации, стенды, трансляция аниме Моб Сайко, там овы и серии второго сезона, насколько я сейчас помню. А также там будет гость из Японии, мангака Такатоши Одига, если я не ошибаюсь в его имени. Многие презентации заявлены на русском языке, поэтому я думаю, этот фестиваль будет минимально отличаться для меня от русских в сравнении с теми, что мне еще предстоят. Будет там еще. Еще будет кей-поп. Я надеюсь, что кей-поп будет на какой-то отдельной сцене, потому что у него там отдельная жюри и тоже вроде как насыщенная программа. У дефиле тоже насыщенная программа. Будет проходить оно все 2 дня в 4 блока. Может быть, они будут просто чередоваться, может быть, нет. Что еще я жду от фестиваля? Повеселиться, найти новых друзей. Надеюсь, они не закрыты, надеюсь, они готовы к общению. Так что продолжайте смотреть и увидимся на фестивале. Боже, какие милые.
что в прошлом году, поскольку я понимаю, что это было, ну, less than 50 групп, но в этом году, через год, где 100 бат, это благодаря вам всем! Guys, it's really amazing to see all of you here today. It's a celebration of a geek culture, of a cosplay, and it's really a pleasure to be here, so... Well, me as well, right? First of all, thank you for having me. You guys are amazing. And also, I've already been here last year, and I must say, like, the Baltics never feel impressed me, so I'm so glad to be happy. Thank you. What if I say sono chino sadame? All together. Again, sono chino sadame. Cool, that was amazing. Thank you so much, Nakia, for having me here. Thank you so much, Unicom, for bringing me here. I was not supposed to smile today because I'm too mature, but it's my first time here, and I'm truly honored to be here to admire your wonderful level and to be here with you, having the chance to meet you. Thank you so much for making me feel home. I love you guys. See ya. Bye. Я брала с собой специальный блокнотик, чтобы делать какие-то заметки, чтобы сейчас ничего не забыть. Итак, начну сначала. Я приехала позже, чем рассчитано было для всех участников. Для участников сказано было приехать в 8 утра, но я спрашивала у местных участников, у тех, кто приехал в 8 утра, и они мне сказали, что в 8 утра была дверь еще закрыта. Собственно, так же, как на многих русских фестивалях. Ничего необычного. В этом отличий нет никаких. Следующее. Гримерка. Гримерка для участников была замечательная. Это было большое пространство с маленькими разделенными комнатками, которые предназначены для всех. И можно в какую-то из них зайти и сложить свои вещи. Там также есть зеркало и хороший отличный свет, мусорки, очень удобные гримерки, все было замечательно. Первый день я стала собираться в свой образ. Я была прямо с автобуса, и было уже 11. Выступление у меня было только в 4, но по расписанию планировалось пресс-действо. И на свое пресс-действо я не успевала, но так как я была заграничный косплеер из Литвы, то для таких людей обещали пресс-действо принести в случае, если мы, они не будем успевать. Вот. Поэтому я, в принципе, спокойно собиралась. К сожалению, не успела порепетировать с треком на сцене и с музыкой, и светом. Потому что, когда я уже одетая прибежала туда, мне сказали, что 2 минуты назад закончились репетиции. Но я походила по сцене, я примерилась и в целом была готова. Пока я переодевалась, мне еще нужно было выходить, чтобы передать мой фотокосплей. Вот, там вернулся со мной обратно, я его показывала. И
я встретила в этот момент, когда я пошла искать человека, которому можно будет передать фотокосплей, встретила просто того, кого я не ждала увидеть. И вы уже могли заметить, кого я косплеила, в каком я косплее была на этом мероприятии. Я была в Вите. И этот мой костюм сделан по арту одной замечательной художницы. Ее зовут Сизарт, кажется, так читается ее никнейм. В общем, иду я искать, кому отдать фотокосплей. И тут вижу стенд с ее артами. Такая думаю, ну не может же быть, что такое совпадение произошло. Я подошла, спрашиваю, это вы? Вообще. Такая, да, это я. Фангёрлинг мод был включен. Я была очень рада ее встретить, немножко пообщались, сделали вместе фото, и я не могла просто не купить кое-что от нее. К сожалению, не было именно того арта, по которому я косплеила, но у меня теперь есть арт с Витей, вот Сизарт. И даже она сделала мне подпись лично. Тут написано «Спасибо за создание такого прекрасного косплея Виктора». Замечательный перевод. Я мастер перевода. В общем, это было первое удивительное прекрасное событие, которое со мной там произошло. Вот. Потом я переоделась в косплей, тогда, когда я встретила первый раз художницу, я была еще просто в рубашке и под юбнике. Кстати, координаторов фотокосплея я не нашла, но я передала замечательным волонтерам это дело в руки, и они все сделали за меня. На входе можно было взять программки, они раздавались бесплатно, вот такая большая качественная книжечка со всей просто необходимой информацией. Очень полезно. Тут немножечко рекламы, описаний, приветствий от организаторов. Тут вот перечислены все гости фестиваля, и это тоже, конечно, отдельная тема. Самый популярный, наверное, гость — это был косплеер Леон Чиро из Италии. Просто за ним бегали все. Он прекрасно выглядел. Вторая девушка, гость, это наша русская Смирка. Также тут есть карта фестиваля с описанием, где что происходит. Очень-очень-очень удобно. И что еще было? Спонсором был Никс. Мне кажется, это гениально. Эти косплееры очень сильно являются целевой аудиторией Никса. За сценой я видела, какой косметикой пользовались люди. И это был Никс, там Катрис Эссенс, что-то такое более-менее бюджетное. Буквально у каждого была эта разноцветная никсовская яркая палетка. И они предоставляли всем, не только участникам, но и посетителям, купон на 20% скидку. К сожалению, он только работает в одном магазине Риги, поэтому я им воспользоваться не смогу. Но мне кажется, это круто, когда такой бренд поддерживает такие мероприятия. Наверное, самый популярный вопрос, который всех интересует, так это на каком языке проходил фестиваль в Риге, и на каком языке все там общаются. И в целом этот фестиваль, наверное, меньше всего для меня отличается от русских, потому что там было очень много русскоговорящих. Но, насколько я понимаю, в Риге в целом очень много русскоговорящих людей. И поэтому так произошло. Ведение фестиваля было на английском. И в основном, если кто-то хотел подойти с тобой сфотографироваться, они подходили и спрашивали по-английски. Удобно было то, что у всех волонтеров, у всех работников стафа были бейджики, на которые были флажки. И по этим флажкам можно было определить, на каком языке говорит человек просто. Можно всем выдать такое. О том, как проходило само выступление. До начала фестиваля всем было разослано письмо с информацией, где было написано, что
принципе, нужно быть просто готовым к времени своего выступления и подходить за сцену таким образом, что за сценой стоит 4 следующих участника, на сцене один и еще один готовится к выходу. Но можно было просто стоять за сценой, неважно, сколько у вас там. Дальше, что еще было, это всякие стенды. Был показ аниме, трансляция аниме, я тоже присутствовала. Смотрела Mob Psycho 2 сезон. Но, кстати, очень мало людей смотрело его почему-то, не знаю почему. Например, в Воронеже на ночи аниме, когда собираются все в этом кинотеатре и сидят и смотрят. Просто цена, именно атмосфера, что ты находишься среди тех же людей и смотришь вместе с ними. А тут просто где-то 10 человек сидели, смотрели так же, как это можно было бы сделать, в принципе, и дома. Еще были блоки с кей-попом, и очень удобно это было организовано. Ты знаешь, во сколько блоки с кей-попом, если ты хочешь, ты идешь на них смотреть. Было очень много выступающих, сравнимо с участниками косплея. Наверное, немного меньше. Было 4 блока с косплеем и 3 блока с кей-попом. Еще там было выступление J-Rock группы. Но, к сожалению, к тому времени мне уже пора уезжать. Был автобус в 6:45 и в 6 я уехала с фестиваля, к сожалению. Я пропустила награждение, не знаю, кто выиграл. Мне было бы очень интересно это узнать, но пока нигде не нашла этой информации. Еще одна ситуация, которая была не очень приятная, это связано с фотокосплеем. Перед своим отъездом я его забрала, и когда я его снимала со стены, в общем, работы были просто наклеены там на стену, я обнаружила, что приклеены они были на жвачку. Но, блин, за что? Мне кажется, можно было сделать это на скотч, но это пожеванная жвачка. И теперь мои работы в ней. Это не очень приятно просто. В целом, фестиваль был замечательный, атмосфера была замечательная. Я познакомилась со многими людьми из разных стран, пообщалась с косплеерами, пообщалась с посетителями. Несмотря на то, что я была одна, и я ехала туда, никого абсолютно не зная, и я познакомилась с целой кучей народу, и я не чувствовала себя одиноко. Я очень жду, чтобы туда вернуться, и также я жду следующих фестивалей в других странах. Следующий фестиваль, возможно, у меня будет в Калининграде, но потом в сентябре ожидается 2 фестиваля в Вильнюсе. И если вам интересно, то я тоже сниму такое видео. В целом, спасибо за просмотр. Я буду рада, если вы поделитесь этим видео, потому что я старалась. Спасибо за просмотр и пока!